5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцест, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 7218. База, для которой понадобится одна сишка и штук 6-7 обычных топоров. Кстати, по-моему, у этой базы стальной пол, если мне память не изменяет. Так, тут... Ага. Ну, взрывать я буду здесь. Сразу ящик один взорву, который мне будет нужно открывать. И тут, в принципе, ящиков много, но не все их надо открывать. Сейчас надо будет вспомнить, какие именно нужны, а какие нет. Так, со двух волн я избавился. Давайте посмотрим, что находится в ящиках, который я уже открыл. Так, тут броню надо заменить. А то я с собой с базы брал, если что. А это пока что заберу. Так, второй ящик. Тут у нас кар. Нас можно схавать. Изолента. Дальше, что тут еще есть? Бензин, топорик, стальная пластина, железные пластины, броня. Кстати, можно сет собрать, в принципе, да. Тут еще две части. Ну, посмотрим в дальнейшем, если есть, найду другие части. Так, тут еще два ящика. ВСС, бензин, микросхема. Больше ничего. А здесь аптечки. Ну, этот ящик, например, не нужен. Ладно, пойду пока... Хотя, думал, стоит вообще тут умирать. Особо лута много, я что-то не наблюдаю. Так, вот так, вот так. А это сюда. Нет, тут лута особо много нету, поэтому умирать тут особо смысла нету. Так, здесь ничего нету. Ладно, тогда будем открывать остальные ящики. Готово. Ящики открыл еще чуть-чуть. Так, тут вот эта мачете мне не особо нравится. Давайте посмотрим. Тут кожа, шкура. Ну, прям вот чуть-чуть, да? Здесь я забираю. Ну, эти слитки можно разве что взять. Тут ничего интересного. Здесь, ну, давайте броню заберу тогда. А если один сет есть, почему бы не взять? Так, остальные ящики. Эти два я уже показывал, да? Значит, вот эти четыре надо показать. Тут у нас бревна, доски и все. Второй ящик изолента, пластины железные. Угу. Третий, ничего интересного. Четвертый, топорик и 40 батареек. Ну, ни то, ни другое. Ну, топорик вот забрал, и все, да? Фильтр тоже не интересует. Осталось открыть два последних, не даже три. Вот так вот. Так вот. И вот так вот. Не помню, что в них находится в этих ящиках. Ну, по-моему... Хотя нет, пластины есть, баксик есть. Хороший ящик. Тут ничего. Тут тоже ничего интересного. Сейчас подбегу к байку, и вы оцените, что мы украли за одну C4. Будете думать, стоит он того или нет. Вот такой вот лутец. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.